А у вас что-нибудь есть из отечественных дизайнеров? Вот сейчас вы от кого? Нет, сейчас я скорее от американских дизайнеров. Да, а ну вы, у меня вы есть, озвучите, конечно, пожалуйста, у меня, мне есть, интересно. Есть. Пиджак, джинсы, рубашка. Что это у вас? Вы не помните так? Это Майкл Корс. Так. Джинсы, ну джинсы это джинсы, наверное, True Religion или что-то типа этого. Угу. Вот, рубашка, даже не помню что. Но а на самом деле у меня есть в гардеробе вещи от русских дизайнеров. Последнее пополнение – это Леонид Алексеев. Это единственный мужской дизайнер, который регулярно показывается на нашей неделе моды в Манеже. Угу. Вот, у меня есть несколько вещей, очень необычных, скажем так. Ну, я специально заказывал как раз необычные вещи, потому что, если уж дизайнерские, должно быть видно, что это дизайнерские вещи. По крайней мере, от наших дизайнеров. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.